Под образ костюма. Ему надо было на рукавах тоже шишки. В виде лампаса? Да. Не, в виде этих погонов. Молодец, Олег. Давай, Олег, хорош. На десятку. Thank you.
Thank you.
пот не капает, по крайней мере. Так, что там седопиловцы творят с подмышкой? Пластырь какой-то на ней. Никотиновый, что ли? Где? А вот там на руке. Наверное. Или контрацептивный. Я правда не знаю, насколько успешно его вообще применение. Она таскала девчонку, но вроде не залетела. Ногу с ними крупно. Ногу крупно. Лохматость крупно. Лохматость. Да, в этом же вся фишка. Почему? А почему? А чемпионат эпиляции. Хотим вам сообщить, что прошло еще 20 минут, и ровно столько же у вас осталось на то, чтобы завершить свою работу.
20 минут осталось у вас. Итак, ну а пока наши мастера заняты работой, кстати говоря, нужно обязательно отметить, насколько творчески наши профессионалы подошли к оформлению своих рабочих мест. Мне кажется, пора уже отдельный приз учредить на оформление своих рабочих мест. Пора, да, очень надо красиво, очень креативно. Приз за оформление и приз за подбор моделей. За шрифт приз тоже, мне кажется. Мы хотим еще раз представить спонсор сегодняшнего мероприятия, чемпионата OpenField 2016. Представляем вам информационного партнера чемпионата chelbeauty.ru. Лучшие специалисты бьюти-индустрии Челябинска на сайте chelbeauty.ru. Проект chelbeauty.ru – это первый проект Челябинске, который целиком и полностью посвящен красоте. Это еще не вы говоришь. Главная цель качественно объединить все салоны красоты и частных мастеров в одном месте. Сейчас нормально работает, о чем вчера залипал. Благодаря этому вы сможете найти мастера своей мечты. Здесь собраны наиболее популярные направления в сфере салонов красоты. Баловался. Благодаря чему найти нужную услугу станет намного легче, чем просто искать это в интернете. С помощью народных отзывов выбрать лучшего исполнителя не составит труда. Также акции, которые будут публиковаться в специальном разделе на сайте и на главной странице. После чего ваши акции будут бесплатно опубликованы в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и следите за обновлениями. Вас ждут куча приятных сюрпризов, бонусов, конкурсов и розыгрышей. chelbeauty.ru. Представляем вам информационного спонсора OpenEpil 2016 революционную систему эпиляции нового поколения Epil Free. Формула состава Epil Free запатентована в Израиле в 2008 году. Система активно используется в США, Канаде, Нидерландах, Венгрии, Финляндии и Норвегии. Epil Free – это три линии для профессионального применения в салоне красоты. Epil Free Body для тела, Epil Free Intim Care для подмышек и бикини и Epil Free Face для лица. Воздействие на волос в фазе активного роста система Epil Free гарантирует надежное и безопасное избавление от волос. После нанесения на кожу средств Epil Free активные вещества проникают вглубь волосяного фолликула и останавливают деление клеток, что приводит к постепенному замедлению и прекращению роста новых волос. Система Epil Free более чем на 80% состоит из натуральных ингредиентов, которые не имеют побочных действий и подходят всем типам кожи. Представляем спонсора чемпионата OpenEpil 2016 – компания Maru Cosmetics. Продукция компании Maru позволит вам и понаслышке узнать обо всех секретах шугаринга и лично прикоснуться к этой многовековой традиции. Maru – это широкий ассортимент профессиональной косметики для сахарной эпиляции, а также линейка уходовых средств до и после процедуры. Maru завоевала